Тепло в домах лишь у половины жителей региона. Губернатор резко высказался по поводу медленного темпа вхождения в отопительный сезон. Нет автобусного сообщения. В базарном Карбулаке автомобиль скорой помощи подвозит людей. Артрит молодеет. Признаки заболевания врачи регистрируют у годовалых детей. Об этом не только расскажем в программе новости РЕН-ТВ «Саратов» в 19:00.